учебной школы. Но мы не прощаемся друг с другом. Поэтому вы каждый день, да, вы можете приходить ко мне, и я буду ждать вас с нетерпением. Вы знаете, очень часто говорят, когда ребята заканчивают школу, да, выпускники 11 класса, им говорят, вы прощаетесь со своим детством. Не верьте, вы не прощаетесь с детством. Детство будет жить у вас в вашем сердце, в стенах вашей школы, в стенах того класса, где вы учитесь и где вы будете еще учиться. Поэтому я вас всех люблю, я вас всех жду. Мы с вами не прощаемся, это точно.